В Димитровграде и Меликесском районе около 11 тысяч ветеранов труда Ульяновской области. Более 7 тысяч человек уже получают ежемесячную денежную выплату. Напомним, у нас в регионе право на ЕДВ имеют ветераны труда, у которых сумма всех соцвыплат не превышает размера двух прожиточных минимумов. С 1 января эта сумма изменилась. В настоящее время прожиточный минимум для пенсионеров составляет 7 900 рублей. Таким образом, с 1 января 2016 года те ветераны труда Ульяновской области, у которых социальный доход не превышает 15 800 рублей, имеют право обратиться за получением ежемесячной денежной выплаты для ветеранов труда Ульяновской области. Уточнить свое право на получение ЕДВ можно по телефонам 265-33, 274-14, либо по адресу департамента Меликесская, 34. Размер денежной выплаты составляет 713 рублей. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок. Наше время.